Добрый всем вечер. К нам приближается праздник Суккот. Праздник Суккот чем замечателен? Тем, что о нем рассказывать можно бесконечно, благо он забит всякими вещами. Вот смотрите, вот в Песах все очень просто. Нет хамеца и точек. Там одна заповедь толком. Ну, Карбан Песах, Саудат Песах, значит, рассказ о выходе из Египта еще. В Суккот вообще никаких заповедей нет. В Суккот тут и Арба Миним, тут и Шалаш, тут и, уж не забыть, естественно, про такую прелесть, как возлияние воды на жертвенник. Да и Хущия на раба тоже стоит внимания. А к тому же еще жертвоприношение совершенно не похожее на другие праздники. То есть он совершенно, вот он набит, вот что называется, набит заповедями, как гранат зерна. Сегодня как бы вот не стремясь к оригинальности. На самом деле, вот праздник называется Суккот, то есть шалаши. И в Торе дано простое объяснение два раза. Причем в Суккот, в шалашах живите 7 дней ради того, чтобы знали во всех поколениях ваших, что в шалашах поселил я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской. Это, конечно, очень интересно, за исключением того, что нигде в Торе, кроме этого места, шалаши не упоминаются. Именно поэтому название праздника Суккот. А название праздника шалаши. По этому поводу и со времен древнейших. Почему шалаши и что они здесь делают в этой истории? Она, ну вот кто только не пытался подойти к этой теме, они здесь застревают надолго ровно потому, что хорошего пшата, то есть прямого смысла, в этой истории вообще не видно. В конце концов, наши предки по выходе из Египта жили не в шалашах, а в шатрах. Вот о шатрах говорится много где. А шалаш – это не шатер. Да и вообще, шалаш – это скорее предмет не, как называется, не скиталец, а не кочевника, а скорее сельского жителя. Где шалаш? Ну, когда вот урожай охраняют шалаш? Где еще шалаш? Я даже придумать не могу. В общем, обычно где-то вот здесь он появляется. Так всякие путешественники пользуются не шалашами, а шатрами. По этому поводу общеизвестный мидраш спорит Раби Элиэзер и Раби Акива. Да, сразу скажу, кто что сказал, мы не знаем, потому что в Талмуде названо, кто что сказал Раби Элиэзер, что сказал Раби Акива, а в Мидраше, в Сифра, они поменены местами. Значит, это и не важно на самом деле. Значит, в Талмуде это так. Значит, это облака славы, слова Раби Элиэзера. Раби Акива говорят, настоящие шалаши. И раньше там объясняются из-за солнца,
когда они передвигались, они сделали шалаши, чтобы спрятаться от солнца. Это вообще любопытный момент. То есть спор вообще потрясающий, потому что то мнение, которое говорит, что это обыкновенная сука, что обыкновенный шалаш, оно как бы говорит, ну, вышли, жить было некогда, построили шалаши, и так в них и жили. В память об этом мы в праздник выходим из домов и живем, как несчастные люди, в шалашах, чтобы испытать страдания наших предков в пустыне. В некотором смысле вот такой же аргумент, на самом деле, про праздник Песах. Почему они мацу неделю ели? Да потому что не успел захваститься хлеб. Да? Они так быстро убегали, что пришлось им есть не полноценный хлеб, а мацу. Точно так же. Суккот в этом смысле это лехем они, хлеб бедности. Такая историческая память. Второе мнение, которое говорит, что это облака славы, которые Всевышний защищал народ от солнца, как бы повесит над ними такую преграду, чтобы защитить от солнца, то тогда сука – это память о чуде, это не страдание, и вообще это не лехом они, не хлеб бедности, а хлеб с небес. Лехом мин хашамаим, история с маном и так далее. Две разных истории. Вообще там есть довольно любопытное следствие. Вот в трактате Суккот, например, говорится, что народ Израиль достоин того, чтобы все сидели в одной суке. Одной на весь народ. И только по техническим причинам, так как строить такую суку сложно, собираться сложно, то каждый строит для себя. Понятно, что вообще-то вот это достойно жить в одной суке, это как раз сука та самая, которая облака славы. Они на всех, одни на всех, на весь народ. А если сука, которая вот настоящая, то пусть каждый живет сам по себе. Я хочу заметить, что вот, например, вот как отсюда следует дальше. Вот на самом деле вот между этими двумя мыслями, вот, противоположными, которые есть, чудо и не чудо, память о несчастьях прошлого и память о чудесах прошлого. Да, у нас вот такая пара. Ну вот обычно комментаторы где-то здесь и между ними и колеблются. И, например, ну вот, чтобы не быть голословным, значит, вот Рашбам, Мальбим, вот два, ну, суперпаштаниста, два человека, которые все время пытаются простой смысл. Зачем нужно жить в суке? Ответ потому, что чтобы это время сбора урожая, время богатства, время радости, почему праздник богатства, время радости, время, когда есть все, и даже если урожай плохой, то все равно сегодня есть, это важно.
чтобы не возгордилось сердце ваше, они все приносят, что, чтобы не возгор... они все приводят эту цитату из книги Дворим, чтобы не вознеслось сердце ваше и не сказали вы, что силой руки своей я сделал это, ну и так далее. То есть они оба вот сразу говорят, что сука настоящая, что в суке ты должен почувствовать себя не столь хорошо, как мог бы. Между прочим, два суперуважаемых человека. Рашбам и Мальбим. Куда же дальше? Давайте я вот сделаю некоторый шажок дальше, и мы кое-что еще увидим. Дальше вот Шульхан Арух, вот удивительное дело. Шульхан Арух не нет, а вот предшественник Шульхан Аруха, как известно, Шульхан Арух создавался по образцу предшествующей книги Раби Якова Барашера. Это книга Арба Турим. И он пишет, что сука, которую я сука, в которой живут в праздник Суккот, это в память об облаках славы, которые окружали нас, чтобы нас не, чтобы мы не пострадали от шараф, это хамсин. Потрясающе, я еврейское слово перевожу арабский. Ну, хамсин. И солнце. Правда, вообще логика начинает теряться, потому что если речь идет о Хамсине и Солнце, то нам и простых суков, простых шалашей хватит. Что же делать? Значит, то есть это странно, но есть еще одно соображение, которое вызывает некоторое напряжение. Если речь идет о блужданиях по пустыне, если сука призвана защитить нас от солнца и Хамсин, то тогда чего же мы ее в ней поселяемся осенью, когда солнце уже не такое противное, в том смысле, что среди дня сидеть под солнцем уже не так страшно. Причем я могу сказать, что этот вопрос вот придумал не я, это на самом деле комментарий Рамбана к этому месту. Он довольно странный, он говорит, что мы живем именно осенью, потому что мы прячемся в суке от зимы. Ну, опять, ну какая зима? Ну, у нас в это время зима, а в тех краях, где в это время зима, я боюсь, что вам в шалаше от нее не спрятаться. Значит, по этому поводу вопрос. Действительно, вот он Мэр, действительно. извини, пожалуйста, а когда Яков строил Суккот для скота, что он, какая у него была Для кавана? скота, вы же сказали. Я не поняла, я пропустила, может, невнимательно слушала. Я могу сказать, у нас есть некоторая проблема. Естественно, когда Яков делал для скота шалаши, то он прятал там скот. Скот не живет
Скот живет под пологом на самом деле, но если вам, вот, честное слово, Элла, пара пустяков, выйди на дорогу вокруг Малой Адумим, найди стойбище бедуинов, которое там вот к востоку от нас, с восточной стороны, и посмотри, где у них живет скот. Ты увидишь, что скот у них живет не в шатрах, ну шатры у них полог со стенами, а скот просто под пологом находится, потому что скот надо прятать от дождей, вот это самое, от росы на самом деле тоже, и от солнца тем более, хотя когда солнце у них скот пасется в это время, поэтому им не нужно жилище от солнца для скота. Яков поступал, я вас уверяю, подобным образом. То, что в этой области, в том, как пасет скот в наших краях, ничего не изменилось, это я глубоко убежден. Поэтому пошел, построил суккот. Я не хочу сейчас останавливаться вообще на теме сука и наши праотцы. Я знаю эту тему, она весьма активно ведется в разных комментаторах. Я хочу совершенно в другую сторону. Поймите простую вещь. У нас некоторые, вот здесь опять, вот смотрите, как это устроено. Тот вопрос, почему Суккот в Тишрей, вот место их было где-нибудь в районе, там посреди лета. Но количество народу, которое пытается привязаться к погоде, и, например, достаточное количество комментариев, что в тот период, когда нормальные люди из шалашей уходят в дома, евреи, наоборот, из домов уходят в шалаши, то тут надо понимать, эта идея взята из очень давнего периода. Нам сейчас мы ее просто неправильно понимаем, то, что здесь говорится. Это старый очень мидраш, который говорит следующее. В тот момент, когда собран урожай, когда человеку нечего делать в огородах, в полях и на бахчах, где он, в свете того, что надо быстро собрать урожай, не имеет времени уйти домой. По этому поводу он строит там временное жилище. Обычно это и есть тот самый шалаш, на бахче, например. И как раз к Суккот, когда весь урожай собран, нормальный человек уходит домой. Вот это вот так устроен мир. А то, что евреи в это время, наоборот, покидают дома и идут на улицу, я, кстати, привожу очередной стандарт, который есть в комментариях. Который пытается объяснить через погодные всякие вещи. Мне не нравятся все эти комментарии. Вот я честно говорю, я не вижу возможности привязаться к погоде в этот период. У нас в этот период, ну давайте вот реалисты, мы живем, думаю, что большинство из тех, кто в данный момент меня слушает, живут в земле Израиля. Мы отлично знаем, что Суккот, наверное, лучшее время для того, чтобы переселиться из дома в Сукку. Лучше периода вот, года я придумать могу, только перенеся это на Песах. Вот, ровно куда, в Песах. Дожди уже почти не идут. Дожди у нас в Песах идут. Значит, в большинство годов у нас дождь идет днем перед Песах, и уже в Песах дождей не бывает. Вот последние дожди, ну такие, более-менее приличные, идут днем перед Песах. Благо, перед самым полнолунием события происходят, а у нас полнолуние очень сильно влияет на погоду. Точно так же в Суккот, в большинстве случаев хорошего дождя перед Суккот не идет. Большая редкость, чтобы в Суккот может пойти дождь, но это большая редкость. Я помню, вот в 87-м году
когда в Суккот был ливень в Иерусалиме. Ливень такой, что автоматы зажгли фонари просто уже. Чем автоматы зажгли фонари, что стало темно на улице от этого ливня. Это... Я с тех пор такого большого ливня вообще ни разу не видел в жизни, кстати, в Иерусалиме. Но это один раз. Обычно это период не дождей, когда солнце не очень. Это очень мягкая погода. Как раз я бы В сказал. 2001 году было. Но я помню, в 87-м году был В потрясающий. 2001 просто первые этажи затапливало. Это где, в Тель-Авиве? Неа, в Маалеадумим. Не помню. Но А я я просто на помню, втором как нас этаже. затопило. Дошел на втором этаже, до меня не дошло, по всей видимости. А я в полуподвальном жила. А, понятно. Но, опять, Суккот, я бы сказал, что попытка привязаться к периоду времени, я бы сказал, что это очень хорошее время для Сукки, попытка в проповеди сказать, что это противоестественное время для проживания в Сукке, мне не нравится, ровно потому, что но мне кажется, что это одно из самых удачных периодов времени, которые есть. Но опять, это нисколько, это понятно, что идея вот этого мидраша, что мы ставим шалаши в память о настоящих шалашах, которые были при исходе из Египта, на самом деле это идея пережить еще раз исход из Египта, да? Только теперь почему-то не в Нисане, а в Тишрей, в этой мысли что-то есть. Хотя привязка непонятна. Привязка непонятна по времени. Вот в чем проблема. Она, почему Тишрей тогда? Как бы праздник Суккот, он с исходом очень плохо связан в этом смысле. Давайте другую сторону. Вот та, которая говорит про облака славы. Лучший, кто здесь есть, это виленский гаон Раби Элияху из Вильны. Он самый ясный. Но, правда, как это ни странно, этот комментарий находится не в обычном месте, он находится в начале комментария Вадерет Элияху, это главная его комментаторская книга. Она находится в комментарии к песне песней, к Шир ха-Ширим, к первым четырем стихам. Значит, первые четыре стиха, ну, значит, стихи с второго по пятый. Значит, я не буду просто зачитывать стихи, хотите, откройте, тем более, что песня песней не имеет отношения к... В праздник Суккот читать не песня песней, а Кагелет. А комментарий выглядит так. Значит, есть четыре времени у Израиля. Значит, он каждое время привязывает к стихам. Я могу это сделать через стихи, но, по-моему, это будет перегружать нас. У нас есть исход из Египта, дарование Торы, построение Мишкана, то есть скинии в пустыню, и приход в землю Израиля. Четыре главных события, связанных с исходом. Вот еще раз. Сам исход, дарование Торы, построение Мишкана и приход в страну. Дальше он просто блестящую фразу кончает это «Шеаз нишлам хакол». Ибо тогда все пришло к своему совершенству. Эти четыре события соответствуют четырем праздникам. Песах, Шавуот, ну, понятно, Песах – исход, Шавуот – дарование Торы, Суккот. Стоп, а Суккот откуда взялся? А Суккот – это Мишкан, да, в предыдущем проходе его был. Суккот соответствует Мишкану, давайте там. И четвертый Шмини Ацерет соответствует приходу в страну. Аргумент, я не знаю, нужно мне этот мидраш приводить, Шегула Исраэль Вадо.
Потому что это только для Израиля. Все знают метраж, да? Мне не нужно его рассказать. Или нужно. Мне не жалко, но как бы Мидраш говорит, что в течение праздника Суккот, 7 дней праздника Суккот, приносят жертвы как бы во имя всех народов земли, 70 быков, для это самое, для того, чтобы, ну, как бы искупление за каждое вознесение, искупление, для ради материального блага каждого из народов, из 70 народов, как бы это просьба о дожде и благах, неспосылаемых свыше в этот мир для удачного года. И дальше говорится о Шмини Ацерет, Симхас Тойра, 8-й день праздника, отдельный праздник, он по всем канонам отдельный праздник, он и в Торе описан как отдельный праздник, и Кидуш в него говорится с Шехехияну, в отличие, скажем, от 7-го дня Песа, где Шехехияну говорить не надо, потому что это не отдельный праздник, а завершение праздничной недели. Шмини Ацерет, Всевышний говорит, а давайте теперь, когда мы гостей всех приветили, вот эти 7 дней Суккот, где мы привечали всех гостей народов мира, как бы, теперь устроим праздник Бейни Вейнехем, домашний праздник только для Вильнюсский Гаон имеет в виду этот мир. Значит, итак, у нас Шмини Ацерет, он же Симхат Тора, это, ну, Хуцла Арец, я хочу напомнить, Шмини Ацерет и Симхат Тора – это два разных дня. Симхат Тора – второй день Шмини Ацерет, наступающим вот, в цикле праздников – это пятница, ну, четверг вечером – пятница, а Шмини Ацерет – это среда вечер – четверг. Значит, вот интересно, Сука, он уверенно говорит, что Сука соответствует построению Мишкана. Почему? Потому что какое отношение это имеет Сукот, а вот какое. Почему мы делаем, значит, на это продолжает Виленский Гаон. Здесь мы находим ответ на вопрос, почему Суккот шалаши ставят Тишрей. Потому что это соответствует то, что нас окружали облака славы. И следовало бы это сделать в Нисане. Потому что там появились первые облака. Вот следите. Логика тут начинается, логика идет абсолютно железная и очень убедительная. Мы сказали, что если это Захар Лайце от Мицраим, то время шалашей в Песах. И поверьте, мы в Суккот, тогда у нас как было бы устроено? В Песах мы едим мацу, приносим пасхальную жертву, живем в Сукке, в память об облаках славы или в память о исходе, а в Суккот мы бы махали арба миним, да, и все было бы замечательно. Но у нас, когда появились облака славы, когда при исходе из Египта, но, продолжает Виленский Гаон, когда сделали тельца, исчезли облака славы. И тогда и вернули, и они не вернулись до тех пор, пока не начали делать мишкан, пока не начали делать скинь. Моше спустился с горы со вторыми скрижалями в Йом-Кипур. И на завтра, на следующий день после Йом-Кипура, Моше собрал народ и приказал начинать работу по построению мишкан. Это было 11-го Тишрей. Йом-Кипур 10-го, это произошло 11-го Тишрей. И написано, что народ начал приносить да вот, пожертвования на строительство скинии 2 дня. То есть 13-го Тишрей. 14-го Тишрей
то, что называется «натлу коль хахам лев», всякий мудрый сердцем, взяли у Моше золото, сколько нужно, ну и прочих материалов. Я напоминаю, работа по приготовлению всего необходимого. Понятно, что, значит, 14 числа никто работы еще не получил. Нужно получить материалы, нужно получить чертежи. Ничего строить невозможно. В конце концов, балки тоже нужно еще вытесать для стен. Нужно соткать ткани, их нужно получить где-то, или, а так как там гобелены, то их нужно, гобелены ткут, да, по-моему, их нужно соткать еще, шкуры тоже нужно, ну и так далее, шкурам нужно сделать, как называется, обметанное отверстие, по всей видимости, серебром прошитые крючки, ну и прочие вещи, которые нужны. И по этому поводу 15 числа начались работы по Мишкану. 15 Тишрей – это праздник Суккот. И тогда вернулись облака славы, а поэтому мы делаем Суккот 15 Тишрей. Это мнение Виленского Гаона. И имеется в виду второе появление облаков славы, и Суккот – это праздник па-па-па-пам Мишкана. И шалаши – это про Мишкан, то есть про скинию. Замечу, вот аккуратно следим за мыслью. Мы привыкли к тому, что мы всегда идем в понимании мидраша, с которого начали настоящие шалаши или облака славы, за мнением автора Арба Турим, Раби Яковом бен Ашером, который рабын Ашером, который нам говорит, что облака славы, ежели в этой истории мы так понимаем, они защищали от жары и солнца. Является. Да, если это облака славы, то по Раби Акивам он понимает точно так же, автор Арбатурин, он точно так же понимает, но Арбатурин, он понимает, что они тоже защищали облака от жары и прочих погодных неприятностей. И в память об этом мы ставим шалаши. Является Виленский Гаон и говорит: оба, нет, это память совершенно о другой крыше. Это облака славы, связанные с построением Мишкана. Потому что у нас возвращение. Да, я хочу добавить еще одну мысль, которая опять-таки Виленского Гаона, и оттуда же. И после этого, и хотя при исходе из Египта облака славы шли перед ними, но это было временно, и это было не для всех, а только для пророков, которые в них. После этого, после того, как был, начали строить шатер, то Лейне Коль Исраэль Бехоль Масейхем. Облака шли для всех и во всех путешествиях.
Вообще, надо сказать, что увязывание всей этой темы с Йом-Кипуром, оно, вот смотрите, я не буду сейчас объяснять, почему Рош-Ашана, Йом-Кипур надо увязывать с Шмини Ацерет, а не с Суккот вообще. Они, вот блок является блоком, является Рош-Ашана, Йом-Кипур и Шмини Ацерет. А Суккот вообще отдельно стоит. Но для того, чтобы понять вообще всю эту тему, по-моему, надо развернуться чуть-чуть назад и поговорить вообще, что такое вот эти облака славы. И почему они так называются. Дело в том, что ну вот, много раз говорится про квод Хашем. И понятно, что квод Хашем, ну, на русский традиционно приводится слава Всевышнего. Ну да. А ананей кавод – это какие-то облака, связанные с этой славой. Вот замечу, не облака, которые, значит… И что мы знаем про это? А мы знаем про них две вещи про облака связанные. И первое, что надо вспомнить, кроме облаков, которые шли, мы всегда вспоминаем про облака, которые шли перед народом Израиля в путешествие. Сразу, внимательно. Облака днем, огонь ночью. Еще раз. Облака днем, огонь ночью. Но вторая сторона этих облаков, после того, самый конец книги Шмот, самый конец книги Исход, последние стихи, и поставил двор вокруг скинии, вокруг Мигдаша и жертвенника, и окончил Моше работу, и покрыло облака шатер скинии, и квод Гашем наполнил помещение. И Моше не мог войти в шатер, пока на нем пребывало облако. И когда облако подымалось, тогда сыны Израиля отправлялись в путь. Забегая вперед, это книга Бамидбар. Вот это поднятие облака. Это книга Бамидбар. Не помню. Вот. Потому что и последняя фраза книги Исход, самая последняя фраза, потому что облако Хашема было над скинией днем, и огонь на нем был ночью перед глазами всего Израиля во всех их переходах. Замечу. Храм наполнил кавод. Вот слово кавод, которое переводится слава, оно все равно за неимением герба мы пишем на простой. Я лучше слова не знаю для перевода. Но я хочу напомнить одну простую вещь. Проще всего, ну, как обычно, кого я, все вы догадываетесь, все вы уже знаете, кого я люблю из комментаторов. Естественно, Шимшина Рафаэла Гирша. Кто лучше всех такие вещи рассказывает? Естественно, он. Потому что он что-то понимает. И вот он, когда речь заходит о, значит, ну, о слове кавод, он говорит, что кавод – это понятие духовное.
Это вот уважение. Кого-то, я напоминаю, мы в иврите находимся, кого-то это уважение. Когда мы говорим славу, это неудачное слово, потому что, ну просто потому, что оно не очень чисто передает оригинальное слово. Оригинальное слово кавод – это уважение. Да? Значит, коэны одевают бигдей кавод, одежды, ну, почетные одежды, да? Или одежды, которые могут вызвать к ним уважение. Это называется бигдей кавод, это кавод. При этом, что достаточно важно, что эти одежды должны вызвать именно вот кого-то, извините, кого-то, вот на иврите это звучит совершенно прекрасно, кого-то ковед рухани. Это духовный вес. Вот я дословно перевожу сейчас Рава Гирша, который здесь к ивриту прибегает даже в немецком. Вот он же на немецком все это в основном-то писал. Но когда ему это нужно, дело в том, что ни в каком языке этот номер не проходит такого рода игра слов, которая есть в иврите. Слово «кавод» в иврите – почтение, уважение, да, почет, вот, почет. Оно от слова «ковет» – вес. «Ковет» – тяжелый, да, на иврите. Для того, чтобы было понятно. «Каль» – легкий. «Талон» – это неуважаемый, легковесный человек. Это иврит, это библейский иврит. Вот. То, что слово здесь, этимология абсолютно железная, то, что это правильное определение происхождения слова «кавод», это вес. Социальный вес. Хотите, вот человек почтенный, он не сам себя почитает, потому что веса это и мало прибавляет. Самому себя уважать, это веса немного добавляет. Ежели вокруг его не уважают и не придают ему вот этот вес. Мой кавод, если мы говорим о человеке, это социальное явление. Мой вес именно духовный. Когда мы говорим про Всевышнего, да, давайте еще по-другому попробуем сказать. Вот у нас в наших представлениях слово «тяжелый», «тяжелый» и «легкий» мы регулярно понимаем, на самом деле, вот бытовое понимание, оно очень хорошее. Оно на самом деле в физике следует описывать не столько как вес, хотя слово тяжелый и легкий, как бы это к весам имеет отношение. Но в бытовом отношении это скорее плотность, это скорее плотность. Когда мы говорим, что железо тяжелое, а вата легкая, то мы имеем в виду в объем, при одинаковом объеме железо сильно тяжелее ват. По этому поводу кавод – это некоторая плотность. Некоторая материальность. Легкость у нас где-то значит, с непрозрачностью. Слово кого-то это как бы легкая завеса. О, давайте. Легкая занавесь, она полупрозрачная, да, а тяжелая – это портьера, закрывает свет. По этому поводу, когда вы говорите про квод Хашем, это материализация некоторой шехины. Вот это повышение плотности уровня шехины. Вы меня извините, но техническое образование я никуда деть не могу, мне так проще говорить. Самое потрясающее состоит в том, что
Вот, когда мы говорим про квот Хашем, мы имеем в виду всегда то, что, чему нас научили ангелы. Не люди, ангелы. Когда ангелы поют «Кадош, Кадош, Кадош, Хашем Цваот, Мала Кольха Арец, Кводо», то ангелы видят, что вся земля наполнена его славой, его присутствием, ощутимым, ну, хотя бы для ангелов. Когда мы говорим про квот Хашем в Скинии, мы имеем в виду материальное, материализованное в каком-то смысле присутствие вещи. Вот что не любят мудрецы. Есть мидраш, довольно поздний, но он есть мидраш, который говорит, что Всевышний относится к миру так же, как у человека душа к телу. Пронизывает все и больше, чем тело. Наши мудрецы, комментируя слова Ишаяху, все, что я создал в этом мире, я создал лихводи, и все нормальные люди переводят для того, чтобы почитали меня, то мудрецы говорят, что чуть-чуть по-другому, ради его присутствия в мире. Вот теперь есть одна важнейшая вещь, что любая физика предполагает наличие в ней вот этой Всевышней, Всевышнего в той или иной степени. Вот обратите внимание, обычно, я когда говорю о еврейских философах, они обычно говорят, предпочитают перейти к терминам наличия воли Всевышнего. В данном случае мне намного проще, и любому комментатору на самом деле должно быть намного проще, перейти на язык полукаббалистический, хасидский. Земля наполнена Всевышним. Не обязательно видимо. По этому поводу вот материальный мир, он у нас оказывается одеждой для материального пребывания, для какого-то пребывания Всевышнего. При этом, вот смотрите, вот, ну, давайте, нужно, не нужно, не знаю. Давайте попробуем. Вот человек, он боится предстать перед публикой голым. Причем это где-то зашито под коркой. Только не надо приводить мне примеры народов, которые ходят голыми. Их немного. И там связано с некоторыми, тут еще в какую сторону прошло развитие, надо обсуждать. Но вот когда человек ходил голым, он ходил голым в райском саду, да? Когда никаких проблем между телом и душой не было, где Всевышний создал, он вдохнул душу, это некоторое единое целое, душа и тело, некоторое единое целое, он ходил голым. В тот момент, когда человек осознал себя, то первое, что он сделал, вот вы долго будете удивляться, первое, что он сделал, это он попытался одеться. Это первое, что делает. И как это ни странно, одежда оказывается совершенно странной вещью. У нас тело
одежда для души, а одежда на теле как бы призвана сказать, что вот под этой одеждой скрывается душа. Вот как это ни странно, сокрытие тела под одеждой показывает на наличие в теле души. Вот это удивительный некоторый эффект, который, причем он поддержан Всевышним, и он, как вы помните, первое, что он делает, когда выгоняет Адама и Еву из райского сада, он делает им одежду, ту самую. Как бы одежда как символ того, что под этим телом, что это не просто тело, а тело, нагруженное душой. Облако. Облако. Оно в храме как раз это и есть то самое появление Всевышнего, которое должно все это и продемонстрировать. Появление там Всевышнего. Вот теперь, для того, чтобы быть еще более понятным, почему сука – это мешкан, это, как это ни странно, слова, которые, например, в Биркат Хамазон Суккот читается. Хара Хаман Гуйким Лано Эцукат Давид Ганофелет, да? Но вообще цитата из этого самого Амоса, но при этом там «Вьем кагу и ким зашем эцукат Давид Ганофелет». И ясно, что идет речь, идет о храме. Дальше тут появляются на горизонте всевозможные каббалисты, которые начинают связывать суку с всевозможными божественными вещами, и здесь немножечко довольно сложно, но я хочу вот довести вот Аковод, который в храме, я хочу заметить следующее. Если вы внимательно читаете все отрывки, где появляются облака в связи с явлением Всевышнего, гора Синай, Шмини, да, имеется в виду Хакамат Мишкан, рассказ об этом в конце книги Шмот, начало книги Ваикра, точно так же все. Есть одна важнейшая вещь, что там, где появляются облака, почти всегда появляется огонь. И опять, вот то, что я привел, что облака днем, огонь ночью, но на самом деле и увидели славу Всевышнего на вершине горы. Кэш охелет, как огонь пламенеющий. Там же Ананкавод на горе. Облако славы на горе. Там же при этом это облако вот довольно очевидно, раз за разом, одна важнейшая вещь. Это облако славы является да, защитой. Это облако славы является упаковкой для огня. Открытие Всевышнего. Это не зря раз за разом народ произносит «Ки Гошем эш охла». Ибо Гошем – это огонь все пожирающий, то есть пламя пожирающий.
Облака – это защита от огня. В этом же смысле Кторет выполняет роль этого самого защитного облака. По этому поводу, вот теперь мы возвращаемся к тому, что начали. Долго, но нам совершенно необходимо это. Сука, крыша суки является тенью облака славы. Если мы говорим в терминах... Ой, простите, пожалуйста, я запуталась. А почему ночью не нужна защита от огня? Потому что на самом деле там чуть-чуть другое. Ночью виден огонь, потому что днем облако закрывает огонь и становится не видно, а ночью сквозь облако становится виден огонь. Вот правильно, вот так. А, понятно. Правильное понимание вот такое. Ночью нужна такая же защита, как и днем. Но днем облако, ну, по понятным причинам, ну, чисто связанных с оптикой. Днем облако является хорошей оболочкой, из которой только проявляется какое-то, не буду сейчас все стихи приводить, сквозь которую видны всплески, либо всплехи огня, либо видны вот эти бордовые пятна. Я думаю, что вы представляете, о чем я говорю. Да, Мощная я поняла. вокруг пар, который пытается его погасить, как бы, грубо говоря. Вообще-то, надо сказать, что основной образ здесь, вот этого облака вокруг огня, это вот все эти многочисленные мидраши. Всевышний, как Всевышний создал мир, достал из-под престола славы горсть пламени и горсть снега, слепил из них снежок, и получился наш мир. Вот эта идея пламени и воды. Напоминаю опять всем известный мидраш. Просто я хочу, чтобы было... Я вынужден повторять всем известные вещи, но только выложить их вот в этот ряд. Осе шалом бимрамав, да? Это цитата из книги Йова. То там разное понимание, но у Хазаль, тот, который они очень любят, он делает мир в высотах, а именно в высотах вместе сосуществует вода и огонь. Огонь не гаснет, вода не исчезает. Вот этот вот образ, классический образ Мидраша. То же самое. Облака славы – это вот это то, что образовалось, это внешний слой. Огонь, вокруг него оболочка воды, или они едины, но на земле это превращается в облако. Это вот такой вот образ во всей этой истории. И если мы возвращаемся к Мидрашу, с которой начали, то вот построение Мишкана, еще раз, там появляется квод Хашем в виде облака, и не мог Моше войти, пока его не позвали. То же самое в Йом Шмини. И спустилось облако, описание Ханукат, Гмизбер, описание. И спустилось облако, и не могли коаним войти, и коаны не могли войти. Вот это теперь. Вот то же самое. Сука является то, что называется цела, Талмуде, Зогаре, цела Нагиманута, является вот этой оболочкой вокруг пламени, и это тень вот этого облака славы. То есть облако славы – это внешняя, самая внешняя тень, оболочка.
По этому поводу, например, по этому поводу, то, что видно, вот облако, это самое вот именно кавод, вот это вот как бигдей кавод, так ананей кавод. Вот, следите, как одежды почетные у священников, так облака кавод, почетные облака, которые вызывают почтение к тому, кто облачен в этой одежде, почтение к тому, кто за этим облаком. По этому поводу крыша суки является тем самым тенью вот этой славы. Вот у хасидов, например, в хасидских довольно, ну, более-менее классических отрывках, почему Шева Ушпизин, семь гостей, приходят именно в Суккот? Моше, Йосеф, Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Давид, извините, Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, Моше, Давид. Давид Шломо. Ну да, Моше, Давид Шломо, все правильно. Причем четверо первых, как бы прародители в некоторых народа, Моше, Давид, Шломо, это храм. Три нижних сферота. Ну, не совсем так, но не входя сюда в подробности. Потому что в Сукке у нас есть тень святости, тень к души, которой нету в других местах. Потому что теперь они имеют возможность проникнуть в наш мир. Это некоторая дверца такая. По этому поводу, если мы говорим, что сука имеется в виду на самом деле шатер, который мишкан, и что в эту честь нас посадили вокруг. Вот вокруг, ну как бы символ, мы находимся под облаками славы. По этому поводу, под присутствием Всевышнего. И видно хорошо, что речь идет именно о вот этой стороне вопроса, то есть как бы пшат оказывается вот здесь. В шалашах поселил как бы вот это такой шалаш храма, шалаш скинии, которая, я хочу напомнить, и построит мне мигдаш вышаханти бетохам, и я буду пребывать среди них, вот не в нем, а среди них, среди народа. Вот, по этому поводу я могу еще некоторые довольно долгие всякие интересные вещи по этому поводу говорить, но вот для того, чтобы было понятно, как это устроено. Дело в том, что вот это приближение к кого-то, я не буду сейчас рассказывать про дат макифин, что есть некоторые постижения высшие, которые связаны с пребыванием в суки, и ну, долго, сложно, и я не уверен, что правильно начинать эту тему. Но дело в том, что сука во многих отношениях. Давайте по-другому чуть-чуть. Вот представьте, вот когда вы слышите, что Ребе, последний хабадский Ребе, да, у нас случилось чудо, и Хабад превратился в такой же хасидут, как и Братславский.
Вот как противоположности становятся похожестями. Нет более противоположных для течения, чем Хаббат и Братство. Но Братство живет без Рэбби, и Хаббат теперь живет без Рэбби. Вот последний хаббатский Рэбби, он, как известно, в суке не мог ночевать, потому что ему мешали некоторые ормаки. Окружающая оболочка, но она там интеллектуальная, связана с кабалой. Вот представьте теперь себе, что сука у вас над головой настоящее облако, которое кого-то, ну хотя бы тень его, который вообще-то не может войти ни Моше, ни Куаним, пока их туда не позовут. Или пока не наступит надлежащее время, если мы говорим про Коэн Гадоль. Моше туда нужно позвать, начало книги Ваикра. Вот теперь люди, которые к таким вещам чувствительны, у них могут оказаться проблемы с собой. И не то, что они могут войти. Рабхи Менахем Мендельшнейрсон днем там находился, он не оставался в ней, просто ничего. Но при этом у ашкеназов мало кто начинал в суке вообще-то, если вам интересно. Это редкость большая была, чтобы кто-то оставался ночевать в суке. У ашкеназов. Ну, наверное, климат неподходящий. В Европах. Ну вот. По этому поводу я-то как раз вот в свете того, что я сказал, вот, конечно, всегда есть возможность. Тут вот как бы у нас получается, что история с Суккой – это такой пшат и драш. Даже если вы скажете, что пшат, что Сукка в честь исхода, где они исходили, то на уровне драша там неизбежно выскочат облака славы. И то, что праздник Суккот связан с храмом. Но вообще по традиции построения первого храма царь Соломон неделя перед Суккот. Именно сюда. Приурачивает туда же, куда и начало. А только внимательно. Начало работы над будущим храмом. Начало. Ну да. Но храм Соломона – это Суккот. И то, насколько это важно, то второй храм. Ну, в общем, там праздник устраивался по образцу Суккота. Хотя он сильно позже, он через 2, 3 месяца отсюда. Постановка второго храма. Но его устроили тоже как Суккот. То есть как бы понимание, что Суккот, праздник Суккот, связан именно с построением, вот я обращаю внимание, не с самим храмом, а с построением храма. И вот это, и соответственно, вот это построение храма, которое связано с Суккот, вот это ветхое жилище, начало строительства скинии, оно, боюсь, что в Суккот это кавана, в общем-то, желательно. Ну и облака в славы одни на весь народ. Весь народ заслуживает сидеть в одной суке. Это правильный драж наших мудрецов, но он укладывается хорошо ровно в комментарии, что это облака славы. Он туда хорошо ложится,
потому что одну крышу над всеми дарует присутствие Всевышнего, а не, ну да, а не крыша шалаша, одну на всех. Ну вот где-то вот так. Наверное, это я и хотел сегодня рассказать. Окей, замечательно. Дамы и господа. Да, у нас одни дамы. Окей. Ну хорошо, милые дамы, есть ли какие-то вопросы? Дамам, по крайней мере, одной даме было очень интересно. Спасибо. Окей. Ну, надеемся, с остальным дамам тоже было интересно. Ну, тогда всем веселых праздников. Все-таки Суккот это... Спасибо огромное, Мир. Спасибо. Я хочу напомнить, что Суккот – это время такой всеобщих гуляний. Хотя, я вас уверяю, зная некоторые реалии прошлого, пьяными там не ходили по причине того, что в Суккот вина еще нету. Поэтому вином, с вином там плохо было. Если оно было, то безумно дорогим, думаю, что его скорее не было, чем было. Поэтому пьяными там не валялись под лавками. Это я вам точно говорю. Окей, Окей, как не самое, будем. Спасибо. Как самое. сурот, Как самое. как Спасибо самое, большое. сурот, вот, счастливо, пока. Спасибо.